Добрый вечер. На «Интри» главные события дня глазами журналистов подробностей. В студии Владимир Андреевский. Сегодня в программе. Бельгийский шок. В городе Льеж неизвестный открыл огонь по людям, после чего бросил гранату. Я видел, как мужчина достал автомат. В суде скандал, у суда потасовки. Как проходило рассмотрение апелляционной жалобы защитников Тимошенко? Как не пытались пикетчики подойти поближе к зданию суда, они так и остались у ограды. Ее не успели сломать, помешала милиция. Они шли в банк, а попали на больничные койки. В каком состоянии раненые во время ограбления в Донецке? Пуля повредила печень, желудок, толстый, тонкий кишечник. Угощение от Санты. Осторожно, Санта-Клаус, в Германии орудует Дед Мороз-отравитель. Жертвами такого угощения уже стали 10 человек. Евростандарт. В Киеве к футбольному чемпионату хотят оборудовать специальные стоянки для такси. Какими будут парковки для автомобилей с шашечками и где они будут расположены? Кровавый терапевт.